О запуске европейского подразделения по майнингу криптовалют объявил японский интернет-гигант GMO Group. Сейчас GMO Group проводит исследования, призванные увеличить производительность компьютеров. Компания собирается использовать собственные чипы нового поколения. Начало майнинга с использованием нового оборудования намечено на первую половину 2018 года. При этом детали проекта не раскрываются. GMO Group заявляет о планах частично выплачивать зарплату сотрудникам компании в криптовалюте.